все на юге, еще никак до Атлантик-штрассы не доедем. Столько всего уже видели, красоту. Были на Прайке, что ли, были сейчас на этом леднике, красотища, снег видели, трогали. Озерцо, не перейдешь снег к этому был. Снегу. А, да, снег лед, льдинка приплыла, мы все пофоткали вот с ней. Была. Да-да. Вот тут озерцо сейчас красивое будет. Сейчас подплывем, подплывем, подъедем. И так тихо, спокойно, смотри. Дни... О, гладь, красотища. Интересно, какая рыбка здесь водится. Аквариумная красота. Диме их старается. Какие везде места красивые. Везде горы, везде водичка, фьорды, озера, реки. О, какая красота. Еще раз на фере. Большая фера. Стоит 136 крон. Да я тоже красавец. Вот едем на фере. На шестой. Уже шестая фера, да. Деньги с нас кассируют только так. На кемпингах это экономим. На первый даем. Ну благо, что короткие, не такие дорогие, да. Ты штанов оставил. Ну да. Снимаем. Да, снимаешь. Вот смотри, вот там корабль. Снимай, интервью снимаю. Вот, 200 крон. Да. Не надо, а сейчас надо. А если чуть больше? Опять Андрей чихает. Как всегда Андрей чихает на всех. Я больше. Такой же паром. Fjord Times. Там снег в горах. Мы подплываем к городу какому-то. А тут мост, видишь? Который, а, который, был, который да, ага, никуда. Да-да. Газон-то это Андрей. Как выйдет, так чихает. Чихает на нас. Не, главное, в дороге не чихает. Я на солнце. Ну да, сейчас дорога будет. Сейчас этот красивый мост, который никуда идет. Юра в нем. Юра в никуда поедет. Вон он мост. Далеко видно.